Бывший сотрудник госавтоинспекции осужден за взятку. Нефтеюганский районный суд признал мужчину виновным в целой серии эпизодов. Произошли они в 2018 году. Тогда еще действующий полицейский организовывал беспрепятственный проезд крупногабаритной техники по улицам Нефтеюганска и соседних населенных пунктов. Таким образом, что ни машины, ни водители не проверялись. За это получал щедрое вознаграждение от владельцев техники индивидуальных предпринимателей. Следствие установило, что за 4 месяца сумма взяток составила не менее 435 тысяч рублей. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы, отбывать которое он будет в исправительной колонии строгого режима.